Salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. В план нашей поездки в Камбоджу по оказанию помощи входил поиск в отдаленных деревнях пожилых людей, больных и бедных, которые не могут вылечиться. Мы собирались отвозить их в главную больницу в столице, Пномпене. Например, мы нашли эту больную старуху, которая несколько раз болела малярией, и взяли ее с собой в столицу. Уже сколько времени она болеет? Больше 2 лет. Она болеет уже 2 года? У нее головокружение? Да, она так живет. Переболеет, а потом снова рецидив? Да. Да исцелит ее Аллах. Скажи ей, что, иншаллах, сегодня мы пойдем с ней в больницу. Также мы нашли другую старуху, у которой был инсульт. Мы взяли ее в больницу вместе с ее сыном, как мы вам рассказывали на прошлых передачах. Еще мы столкнулись с некоторыми случаями, когда болезнь была уже на последней стадии. Сроки жизни в руках Всевышнего Аллаха, и с помощью медицины мы никак не можем их отложить. Я делал дуа за таких людей, и мы оставляли их на предопределение Всевышнего Аллаха. Мы приехали к одной больной женщине в деревне. Она болеет гепатитом. Аллах муста'ан. Женщина очень старая, и болезнь уже на последних стадиях. Я прошу Аллаха исцелить ее. Мы уже ничего не можем сделать. Я хотел бы, чтобы мы что-то смогли сделать, но это невозможно. Когда мы ездили по лесам и искали того, кто нуждается в лечении, люди сообщили мне о том, что есть одна женщина, которую надо отвезти в больницу. Я захотел поехать к ней, но время было позднее. А когда в лесах садится солнце, не надо выезжать. Дорога небезопасна. Лес опасен, там дикие звери, также могут быть разбойники или кто-то еще. Людям сейчас опасно здесь оставаться. Я был в растерянности, вернуться в столицу или чуть-чуть задержаться, чтобы встретиться с этой больной старухой. Я хотел взять ее с собой, но я отвечал не только за свою безопасность, но и за всех членов нашей команды, которая была со мной, переводчик, шофер и так далее. Я колебался. В конце концов, я все же решил вернуться и отложил встречу со старухой на другой день. Когда я вернулся в ту деревню через 2 дня, меня ошеломили новостью. Она умерла. Скончалась. Именно в тот день, когда мы к ней вернулись. Воистину, мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся. Я мог бы встретиться с ней 2 дня назад, но так предопределил Аллах, и он сделал то, что пожелал. Я почувствовал угрызение совести. Я на самом деле хотел, чтобы мы застали ее в живых, но так предопределил Аллах, и он сделал то, что захотел. Я очень хотел этого. Хотел отвезти ее в городскую больницу. Субханаллах. Таково веление Всевышнего Аллаха. Я знаю, что вопрос безопасности в том регионе крайне болезнен, и что наше возвращение было логичным. Но это была душа, которая ушла у нас из рук. Это было не просто принять. Я так хотел взять ее в больницу, когда она болела. Я мечтал увидеть, как она выходит из больницы, радостная и вылечившаяся. Но таким было предопределение Всевышнего Аллаха. Мы могли бы выразить свои соболезнования ее семье, после чего сразу уехать. Но я почему-то почувствовал, что надо остаться в деревне до окончания ее похорон. Оставаться в доме женщины, которая сегодня умерла, когда все скорбят, это непросто. Ее дочь, которая была для нее самым близким человеком и которая ухаживала за ней и лечила ее, больше остальных была потрясена ее кончиной. Люди в мечети собирались для того, чтобы сделать за нее намаз и похоронить. Некоторые их действия противоречили шариату, и мы постарались их исправить. Мы сделаем джаназу так, как сподвижники делали ее по посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Я провел намаз и захоронение сам, следя за тем, чтобы это соответствовало сунне.
Сделайте так, чтобы она лежала на правом боку, в направлении Кыблы. На следующий день ко мне приехал ее сын, который изучал исламские науки за границей. Он рассказал нам нечто удивительное. Он говорит: «Я делал дуа Всевышнему Аллаху, чтобы она была похоронена по шариату, потому что в нашей деревне в этом плане очень много невежества». Он говорит: «Я не знал, кто бы мог это сделать, ведь я в тот момент находился далеко от своей матери». Хвала Аллаху! То есть, иншаллах, это хороший знак для твоей матери, как ее завернули в саван, как по ней правильно провели намаз. Субханаллах! Сейчас я понял, почему Аллах предопределил нам присутствовать на ее похоронах. Это был ответ на дуа человека, находившегося в поездке и пораженного известием о смерти матери. Клянусь Аллахом, мы расстроились из-за ее смерти, хотя никогда ее не видели. Мы просим Всевышнего Аллаха сделать ее из числа обитателей высшего фердауса и простить нас и ее. О Аллах, прости всем умершим мусульманам. О Аллах, прости и помилуй их. О Аллах, прости нашим умершим и всем покойным мусульманам. О Аллах, даруй им благополучие и будь к ним снисходителен. Окажи им хороший прием и сделай их могилы просторными. Омой их водой, снегом и градом. О Аллах, одари их домом, который будет лучше их прежнего дома. О Аллах, перенеси их всех из тесноты могил в райские сады бессмертия, среди лотосов, лишенных шипов, под бананами, с висящими рядами плодами, в распростертой тени. О Аллах, о любящий, о милосердный, я прошу тебя собрать нас с ними в высшем фердаусе, вместе с пророками, правдивейшими, шахидами и праведниками. О Аллах, прости нас и помилуй, когда мы достигнем того же, чего и они, оказавшись в одиночестве под землей. О Аллах, сделай наши могилы после нашей разлуки с этим миром лучшими нашими жилищами и расширь наши могилы. О Аллах, сделай наши могилы райскими садами. Аминь, о Аллах. И хвала Аллаху, Господу миров.